Здравствуйте, ребята. Откуда вы пришли? О чем хотите поведать и рассказать здесь сегодня на конференции? Здравствуйте, меня зовут Курбанов Курбан. Ну, я Табачков Владислав. Мы ученики 210-й школы, и мы будем рассказывать про эксперимент с солнечными батареями. Угу. И что за эксперимент? Ну, изучение физических свойств солнечных батарей. А, то есть что-то еще не изучили, да, с ними? Или вы отдельно догоняете и изучаете то, что не успели? Ну, да. А, таким образом. Факторы, там, температура, ультрафиолетовое излучение, потом, ну да, температура сказали, и еще другие, да. Угу. А какие-то у вас там пункты по применению этого всего есть? Это уже на следующий эксперимент будет. Мы в следующем году. В следующем году. То есть у вас несколько этапов, да, в работе? Да. У нас стоит увеличение КПД, например, будет в следующем году. А когда уже айфоны, телефоны, любые телефоны смогут полноценно питаться от солнца? Ну, питаются они уже сейчас, но чтобы увеличить как раз коэффициент полезного действия, нужно... Поработать маленько. Нужно побольше батарею с собой носить, друзья. Поэтому я думаю, что эти молодые ученые, молодые физики скоро сделают так, что все мы будем просто носить кепочки, на которых будет солнечная батарейка, и все будет питаться от них. Да? Наверное, так. Да. Вам отличного настроения. Спасибо. И отличных больших побед в физике. Спасибо. Все, пока-пока.